Продолжается строительство важных социальных объектов, благодаря которым жизнь славянцев, прежде всего юных, станет намного комфортнее. Возводятся как новые объекты, так и делается ремонт на уже существующих, чтобы они отвечали современным требованиям. В еженедельном режиме глава района проводит выездные стройпланерки, контролируя проведение работ. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с представителями всех заинтересованных служб побывал на строительстве центра единоборств, расположенном на городском стадионе. Работы по возведению здания продолжаются. В настоящее время полным ходом идет отделка помещений и обустройство прилегающей территории. Глава района осмотрел ведущиеся работы, задал строителям ряд вопросов и получил на них исчерпывающие ответы. Работы еще немало, и они не должны отставать от графика. Детско-юношеская спортшкола «Белая ладья», которая находится в живописном месте на улице Набережной, нуждается в обустройстве прилегающей территории. В ходе осмотра обсуждались потребности в благоустройстве этого места, а также имеющиеся возможности. Нужно было выбрать такой вариант, чтобы он был красивым и удобным, а также гармонировал с предстоящей реконструкцией близлежащей набережной. Бордюры будут меняться, может быть, вы линию бордюров поменяете. Правильно? Может, немножко изменится линия бордюров. Бордюры поменяются, там ляжет плитка, тут ляжет, по этой думайте. Все дальше продвигается ремонт дополнительного корпуса с 5 учебными кабинетами 5-й городской школы. Фронт работ здесь обширный, здание должно полностью преобразиться. Конечно, будут заменены окна и двери, инженерные коммуникации и кровля. Глава Славянского района дал положительную оценку качеству работ и вместе с тем призвал соблюдать установленные сроки. Детский сад на 320 мест в районе Северного парка при его вводе в эксплуатацию призван снять проблему дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. Объекту уделяется повышенное внимание. В настоящее время строительство идет по графику. Уже залит фундамент, на очереди работы по возведению стен. Завершилась выездная планерка на строительстве новой спортплощадки рядом со спортивным комплексом «Олимпиец». Работы на всех объектах должны быть выполнены в срок и с неизменно высоким качеством. Постоянный контроль помогает добиваться положительных результатов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».